В Подмосковье стартовал досрочный период проведения итоговой аттестации для школьников. Он будет проходить до 22 апреля. Школьники уже написали ЕГЭ по географии и литературе. Экзамены прошли на базе школы номер 11 в Красногорске, которая будет пунктом проведения экзаменов на протяжении всего досрочного периода. Результаты ЕГЭ по географии и литературе станут известны не позднее 5 апреля. Их можно будет узнать на официальном портале Рособорнадзора. Для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни – 19 апреля для ЕГЭ по литературе и 22 апреля по географии. Всего в Подмосковье более 150 школьников будут участвовать в досрочном ЕГЭ.